Здравствуйте. Эта передача посвящена такой острой и сложной теме в истории Великой Отечественной войны, как штрафные батальоны, заградительные отряды, выселение народов, ну и то, что называется репрессивной политикой советских властей в отношении там, тех или иных групп населения. Сам термин «репрессивная политика» мне кажется в данном случае неудачным, потому что он предполагает некую политику, сутью которой являются репрессии. В действительности лучше было бы говорить о политике в области наказаний, в области принуждения населения, отдельных групп населения к выполнению тех или иных постановлений власти. Ну, если устоялся термин «репрессивная политика», то в конце концов пусть будет репрессивная политика. Значит, необходимо разобраться с тем, в чем были причины этого явления и какие масштабы это явление приняло. Для начала давайте посмотрим на масштаб. За время Великой Отечественной войны через Красную армию и флот прошли 34,5 миллиона человек. Но если быть точными, 34 миллиона 476 700 человек. Из этого числа 450 тысяч человек было расстреляно по приговорам военных трибуналов. Но вообще, будет точнее сказать, в отношении 450 тысяч человек были вынесены смертные приговоры военными трибуналами. И еще примерно 450 тысяч были осуждены к различным наказаниям, которые не предусматривали расстрел. То есть, другими словами, 900 тысяч человек или около 3% всех лиц, которые прошли через Красную армию или флот, были осуждены военными трибуналами за время войны. Много это или мало, возникает вопрос. Но существует статистика о том, что в современном мире, когда в начале 21 века, когда система наказаний значительно смягчена по сравнению с тем, что было в середине 20 века, в тюрьмах, в самых цивилизованных, так сказать, передовых и образцовых странах, наподобие Швеции, там, или Германии, или Швейцарии, находится от 0,5% населения до 1% населения. В Соединенных Штатах современных уже чуть больше 1% населения отбывает в тюрьмах срок заключения. И это в мирное время. То есть, другими словами, я не вижу, в общем, ничего особенного в том, что за время войны 3% военнослужащих были осуждены военными трибуналами. Посмотрим на то, какова судьба была у этих людей. Значит, ну, если брать тех, кто был осужден к другим мерам наказания, кроме расстрела, то их судьба зависела от того, в какой период войны это произошло. Значит, до весны 1942 года люди, приговоренные к тюремному заключению в действующей армии, отправлялись в тыл. Они лишались воинского звания, наград, если они у них были, и отправлялись в лагеря и тюрьмы в тылу. К весне 1942 года возникло такое явление, которое, надо сказать, имело место и в Первую мировую войну, когда солдаты, не желавшие сражаться на фронте, совершали какое-нибудь не очень значительное преступление, получали срок 3-5 лет тюремного заключения и отправлялись в тыл в лагерь. Надо иметь в виду, что смертность в местах заключения в Советском Союзе в мирное время никогда не превышала 5% в год, но самая высокая она была в 1943 году, она достигла 20% заключенных. То есть вероятность умереть в советском лагере или тюрьме в самый тяжелый год, в 1943 году, не превышала 1/5. Тогда на фронте срок жизни солдата был очень коротким. В пехоте, по статистике, через 3 месяца пребывания на фронте в среднем солдат или погибал, или получал ранение и оказывался в госпитале. То есть по сравнению с опасностью, которой подвергался солдат на фронте, опасность погибнуть в советском лагере или советской тюрьме была минимальной. Поэтому понятно, что довольно много людей предпочитало дезертировать таким образом из армии. Это явление весной 1942 года было осмысленно, и к лету 1942 года оно вылилось в известное постановление, в приказ Верховного Главнокомандующего номер 227 о создании заградительных отрядов и штрафных частей. Но сначала о штрафных частях. Они подразделялись на два типа: штрафные роты и штрафные батальоны. Путать их ни в коем случае не надо.
Штрафные роты создавались при дивизиях стрелковых Красной Армии, и в эти штрафные роты отправлялись военнослужащие рядового и сержантского состава, говоря современным языком, которые совершили те или иные преступления. Штрафные батальоны, которые были отдельными и подчинялись армиям, направлялись бывшие офицеры, которые совершили те или иные преступления. Таким образом, не происходило смешения бывших солдат и бывших офицеров в одной и той же штрафной части. Но, собственно, сейчас у нас такая же практика, скажем, существуют специальные колонии для отбывания наказания бывшими милиционерами, там, бывшими военнослужащими и так далее. Они никогда не смешиваются с основным контингентом заключенных. При этом в штрафные роты могли попасть люди и из тыла. Опять же, весной 1942 года было принято решение, что все осужденные в тылу за не слишком тяжкие преступления мужчины, годные к военной службе, должны направляться для отбывания наказания не в тыловые лагеря, а в штрафные роты действующей армии. Это тоже было вполне разумно, потому что человек, который не хотел быть призван на войну, мог совершить то или иное преступление небольшой тяжести, например, кражу, и оказаться в тюрьме или в лагере вместо того, чтобы оказаться на фронте. Я уже говорил о том, что применительно к Великой Отечественной можно говорить о массовом героизме, но нельзя говорить о поголовном героизме. Конечно, существовали люди, насчитывались они сотнями тысяч, может быть, даже миллионами, люди, которые воевать не желали, желали из армии дезертировать, для которых цели войны были чужды, и более того, которые ждали победы Германии, ждали от нее облегчения своего положения и улучшения своего положения. Что же представляли из себя штрафные роты и штрафные батальоны? Ну, конечно, если посмотреть на фильм «Штрафбат» или на другие произведения современного российского кинематографа, то может сложиться самое превратное представление об этих воинских частях. В этих воинских частях штрафники составляли рядовой состав, они могли быть назначены на должности не выше командира отделения. Все командные должности занимали самые обычные сержанты и офицеры Красной Армии, которые были направлены в эти части для того, чтобы ими руководить. При этом у них был льготный срок выслуги. Если в обычных частях на фронте, в пехоте месяц службы считался за 6 месяцев службы в обычное в мирное время для получения следующего воинского звания, то в штрафных частях месяц считался за год для офицеров, которые ими командовали. Это было вполне справедливо с точки зрения той опасности, которой они подвергались. И звания, которые присваивались офицерам, командовавшим штрафными частями, были на одну ступень выше, чем командирам обычных рот или батальон. И было установлено, что через полгода заменялся командный состав штрафных частей. То есть люди, которые отвоевали еще полгода, они переводились в обычные части Красной Армии, как правило, а им на смену приходили другие. То есть служба в штрафных частях, конечно, была опаснее, чем в обычной пехоте. С другой стороны, для чего использовали штрафные части? Они ставились на направление главного удара при наступлении в первой волне наступающих. При этом численность штрафных частей в Красной Армии была невелика. Вот если мы посмотрим на конец войны, 44-45 год, действующая Красная Армия насчитывала 10-12 миллионов человек. Вместе с флотом, авиацией. Это те части, которые находились либо на фронте, либо в прифронтовой полосе. Штрафников в каждый отдельный момент времени, ну нет такой точной цифры, но существуют оценки, их численность не превышала в каждый конкретный момент времени 100 тысяч человек. То есть это приблизительно 1% действующей Красной Армии. Это же самые горячие годы. Да? Самые, так сказать, да, вот такие горячие годы, поэтому говорить о том, что штрафники выиграли войну, нет никаких оснований. Тут, конечно, Владимир Высоцкий начал романтизацию штрафников, его знаменитая песня «Вы лучше лес рубите на гробы, в порыв идут штрафные батальоны». Но, видите, это вообще было в моде в 60-е годы, романтизация блатного мира, романтизация вот, тюремной жизни, романтизация штрафников, там песни Галича, песни Высоцкого. Но, конечно, Высоцкий заложил здесь не очень хорошую традицию. Значит, итак, как использовали штрафные части? Они участвовали в наступлении в первой волне, при этом они находились вместе с другими самыми обычными стрелковыми частями, выделенными для наступления в первом эшелоне.
То есть, другими словами, из одних штрафников первый эшелон составить было невозможно, потому что их было слишком мало. И в этот первый эшелон наступления попадали самые обычные стрелковые батальоны и полки, укомплектованные самыми обычными военнослужащими Красной Армии, не совершившими никаких преступлений, которые подвергались точно тому же риску, что и штрафники. Из кого состояли вот эти штрафные части? Но видите, здесь на войне можно разделить вот этот контингент на две части. С одной стороны, это люди, которые совершили акты трусости, люди, которые совершили те или иные преступления, в том числе против мирного населения, это мародерство и насилие, и неподчинение приказу, и бегство с поля боя, и воровство у товарищей. Эти явления имели место, и осужденные за них оказывались в штрафных ротах или штрафных батальонах. Но с другой стороны, во время войны случались и ситуации иного рода, когда, скажем, авиация наносила удары по своим войскам. Артиллерия наносила удары по своим войскам. Эти случаи не были редкостью во всех воюющих армиях, потому что, ну, так сказать, человеку свойственно ошибаться, и ошибки эти на войне всегда стоят крови. При этом каждый такой случай расследовался военной прокуратурой и следовал военный трибунал за этим. То есть летчики, которые нанесли удар по своим, шли под трибунал. Командир артиллерийской батареи, там и наблюдатель, который неправильное целеуказание дал, тоже шел под трибунал. И эти люди, в сущности говоря, ведь не совершили какого-то злостного преступления, не были ни изменниками, ни грабителями, ни насильниками. Это люди, которые совершили иногда просто арифметическую ошибку в расчетах. Но, естественно, что не наказать их было нельзя, потому что тогда что ж получается, что можно стрелять по своим, и это будет безнаказанно. Но расстреливать их тоже было бы неправильно, или направлять в тыловой лагерь, потому что это означало, во-первых, лишение семьи пенсии и пособия. Это означало позор для семьи и детей, при том, что человек, этот, повторяю, не совершил никакого злостного преступления. И для них штрафной батальон, для таких офицеров, или штрафная рота, если это были солдаты и сержанты, был лучшим и более гуманным выходом. Я не побоюсь этого слова в данном случае. Ведь до какого момента пребывание в штрафной части продолжалось? Оно продолжалось до момента ранения или представления к награде штрафника. Если человек получал боевое ранение или был представлен к награде, он из штрафной части исключался, направлялся после излечения в обычные воинские части. При этом в его документах не делалось никаких отметок о пребывании в воинской части. Ну, а ему возвращалось воинское звание. Правда, офицерам возвращали, как правило, не то воинское звание, которое носили до этого, а ниже на несколько ступеней. Но и можно было по косвенным признакам, скажем, определить, что этот офицер прибыл на выполнение после штрафной части. Если он был уже в сравнительно пожилом возрасте, имел несколько боевых наград, но при этом там носил звание старшего лейтенанта. Можно было подозревать, что это был подполковник или полковник, который прошел через штрафную часть. Но в документах никаких об этом отметок не делалось. То есть этот момент полностью вычеркивался из всех учетных документов военнослужащего. И если он сам об этом не желал рассказывать, то это оставалось его тайной. В случае гибели военнослужащего штрафной части, ему посмертно возвращалось его прежнее воинское звание в полном объеме, и семья его получала пенсию, как если бы он погиб, будучи офицером, ну, того или иного ранга, или солдатом обычной воинской части. То есть в отношении семей этих людей, ну, правительство здесь сделало все, что можно было. А если бы этот осужденный майор, допустим, оказался в лагере и умер бы в лагере, то его семья, естественно, не имела бы права ни на какие пенсии, пособия там, и тому подобную социальную помощь. То есть основное отличие работы от обычных частей было только в том, что они были на передовой? Совершенно. Но они были на передовой во время наступления. То есть во время обороны они обязательно отводились в тыл и перебрасывались на какие-то участки, где велись активные боевые действия. То есть в обороне их никогда не ставили на передний край, потому что обоснованно боялись того, что штрафники могут перебежать на сторону немцев, что они, так сказать, сдадутся в плен. И поэтому вот нарисованная в штрафбате там картина, когда штрафники и в обороне находятся, и в наступлении, там, и в разведке, это, конечно, ну, такая глупая фантазия авторов этого фильма. Конечно, штрафники никогда не назначались командирами штрафных частей, это все равно, что сейчас заключенный будет назначен начальником колонии.
или там охранником в этой колонии, когда он заключен. Естественно, что это было невозможно. И что касается судьбы штрафников теперь, это тоже интересный вопрос. Значит, через штрафные роты и батальоны прошло в Красной Армии около 400 тысяч человек за время всей войны. Из них погибло около 50 тысяч человек. То есть 1/8 часть этих людей. Если сравнить с потерями обычных воинских частей, то парадоксальным образом окажется, что многие дивизии Красной Армии, которые участвовали в активных боях в Сталинграде, скажем, под Ленинградом или в Севастополе, они понесли потери во много раз больше в процентном отношении к своей численности, чем штрафные части Красной Армии. В конце войны все штрафники были амнистированы. То есть, когда те, кто не успели получить амнистию во время, но это даже амнистия неправильно будет назвать, потому что амнистия, она не отменяет факт наказания. А амнистия для штрафников, она как бы стирала сам факт того, что они были когда-то наказаны таким образом. Были амнистированы все те, кто в конце войны оказывался в этих штрафных частях. И уже после 9 мая их небо, они вернулись в обычные воинские части. Что касается уголовников, которых направляли на фронт. Ну, тот же Высоцкий написал очень яркую, такую известную песню на счет того лагеря, из которого все ушли на фронт. И у лагерных ворот, что крест-накрест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». Такого не было. Из лагерей действительно направляли заключенных в действующую армию. Но это были люди, чей срок заключения не превышал 5 лет, то есть совершившие не тяжкие преступления, и люди, которые положительно характеризовались лагерной администрацией. То есть отправку на фронт из лагеря нужно было заслужить. Никаких массовых отправок там, всех заключенных целиком не было. Но и, кстати, мифом является и то, что репрессированных военных в конце 30-х годов, которые в 40-е годы находились в лагерях, якобы в массовом порядке освобождали во время войны и направляли на фронт. В действительности это явление освобождения репрессированных военных, оно имело место в 39-40-м году. После прихода Берии к руководству НКВД, а во время войны никаких, ну, более-менее массовых освобождений репрессированных военных не было. Но оставив здесь разговор по боку, справедливо или нет, они попали в лагеря, но вот никаких массовых освобождений там не происходило. Более того, к концу войны возникла такая ситуация, когда даже совершивших преступления военнослужащих штрафные роты и батальоны уже не отправляли. И их осуждали, особенно если это были морские офицеры или матросы, или офицеры или солдаты авиационных частей, которые располагались в тылу, они на фронт уже в штрафные части не посылались, а они отправлялись для отбывания заключения в тюрьмах и лагерях общего режима, если не в тылу совершали те или иные преступления. А преступления эти, конечно, совершались. Если сравнить с другими войнами и другими странами эту систему штрафных рот, штрафных батальонов, что было в России в Первую мировую войну? Официально никакого специального особого карательного законодательства в Первую мировую войну не было. И солдат, совершивший преступление, ну или расстреливался после приговора военного суда, или отправлялся на каторгу. Но эта система привела ровно к тому, к чему весной 1942 года она привела в Советском Союзе. Когда люди, не желавшие воевать, совершали то или иное небольшое преступление на фронте и отправлялись на каторгу в тыл. Ну, условия царской каторги, они тоже были более мягкими, чем на фронте, и смертность среди каторжан была гораздо меньше, чем среди солдат в окопах. Центральное правительство никак не отреагировало на эту ситуацию, и начали появляться неуставные наказания. Например, Брусилов, знаменитый наш полководец Первой мировой войны, ввел летом 16 года на Юго-Западном фронте порку для солдат, которые продали свое снаряжение или обмундирование местному населению. Даже была такса им назначена, там, скажем, за гимнастерку 20 ударов розгами, за сапоги 50 ударов розгами. Вот. На Северном фронте, скажем, практиковалось такое наказание, как выставление на бруствер окопа провинившегося солдата под обстрел немецких ружей и пулеметов на определенное время. То есть, что, о чем это свидетельствует? Что если центральная власть не желает реагировать на то или иное явление, назначая адекватные наказания за те или иные преступления, то общество реагирует, создавая неуставные, незаконные формы наказания, которые, в общем-то, на мой взгляд, страшнее, чем законные, потому что это произвол ничем не ограничен. Самосуд, в общем-то, да.
Что касается гитлеровской Германии, то в ней тоже существовали штрафные батальоны, но система гитлеровских штрафных батальонов была несколько другой, чем советских. Во-первых, из них не полагалось освобождение в случае ранения или представления к награде. В этих штрафных частях осужденный должен был отбыть год в год тот срок, на который его приговорили к тюремному заключению. Понятно, что там 5 лет тюремного заключения в штрафном батальоне на фронте – это все равно, что смертный приговор. А с другой стороны, особенно когда немецкая армия начала отступать уже в 43-м году на большие расстояния, немецкие военные суды применяли очень суровые наказания за крайне незначительные преступления. Есть, например, описание того, что во время отступления на Украине при отходе за Днепр немецкие войска, которые отступали, подвергались чему-то вроде фильтрации, ну, как было принято и у нас с отступающими войсками, там полевая жандармерия рассматривала, так сказать, документы каждого военнослужащего, и офицер мог быть осужден к разжалованию и отправке в штрафной батальон, например, за потерю блокнота служебного со списком его взвода, или за потерю бинокля и, ну, допустим, там, полевой сумки. То есть, в общем-то, вещи, на которые в 41-м году в Советском Союзе никто бы даже не посмотрел. Если офицер вышел во главе своих солдат с оружием и с партбилетом в кармане там, или с удостоверением личности, то, конечно, уже о потере там, бинокля, плащ-палатки или полевой сумки речь не шла. И в гитлеровской армии в этом смысле, кроме того, в гитлеровской армии существовала целая система неуставных наказаний, причем они особенно пышным цветом расцветали в элитных частях, в войсках СС, в дивизии дивизии Великая Германия, парашютно-танковом корпусе Герман Геринг, привилегированных частях. Есть воспоминания солдат этих частей, которые описывают, что перед одним из наказаний было приковывание к столбу на Солнцепёке, там заставляли провинившихся проползать по канализационным трубам узким и забитым грязью, там, которые лежали в том или ином месте на учебном плацу и так далее. То есть, собственно, все эти наказания были неуставными. Они представляли собой самосуд командиров этих воинских частей, но при этом подавались солдатам этих частей как признак их элитности. То есть, что они, от них предъявляются особые требования, и поэтому у них особые наказания. Поэтому, если говорить о соблюдении законности в Советском Союзе во время войны, то надо прийти к такому, может быть, парадоксальному, на первый взгляд, выводу, что этой законности было гораздо больше, чем в гитлеровской Германии, и гораздо больше, чем в царской России, которая вела Первую мировую войну. Теперь после штрафных батальонов о заградительных отрядах нужно сказать. Официально они были созданы летом 42 года, и предполагалось, что в каждой дивизии будет создан такой отряд для того, чтобы останавливать бегущих. В действительности они были созданы еще в июле 41 года на Западном фронте для того, чтобы останавливать войска, которые бежали в это время. В августе они появились на Юго-Западном фронте в районе Киева для того, чтобы поддерживать боеспособность войск и очищать тылы. И если говорить о заградительных отрядах, то официально они были расформированы в 44-м году, но фактически уже с 43-го года они использовались как воинские части для обороны на тихих, спокойных участках, для высвобождения пехоты, для участия ее в наступлении. То есть свои прямые функции стоять в тылу и ловить дезертиров они уже не выполняли. И эти функции перешли к войскам охраны тыла фронта, которые были составлены из пограничников. Они были немногочисленными, скажем, по штату на одну армию, которая состояла из 9-10 стрелковых дивизий, полагался 1-2 батальона охраны тыла фронта. В общем, составляло там меньше 1% численности личного состава. Ну и заградительные отряды, характерно, что в литературе это утверждение встречается, это, мне кажется, очень интересным подчеркнуть, нет ни одного случая воспоминаний участников войны о том, чтобы заградительные отряды кого-то расстреливали и принимали бы участие в каких-то массовых таких карательных акциях против своих войск. Как правило, заградительные отряды проверяли документы, арестовывали солдат и офицеров, которые шли в тыл без оружия, отбившись своих частей, и направляли их на сборные пункты, формировали из них новые отряды, если речь шла о 41-м годе. Но потом боролись с мародерством среди местного населения, потому что в брошенных в 41-м году городах
были представители населения и войск, которые и занимались мародерством, там грабили, скажем, брошенные сберкассы, банковские учреждения там, и тому подобное заведения. И, в общем, они поддерживали порядок. Но при этом надо сказать, что в Красной Армии традиционно не было специальной военной полиции, поэтому приходилось импровизированными обходиться такими службами. В немецкой армии была полевая жандармерия, в английской и американской армии военная полиция, которые были специально созданы для тех же самых функций. И, в общем-то, после поражения американцев в Арденнах точно так же американская и английская военная полиция вылавливала американских и английских военнослужащих, которые бежали без оружия, потеряв свои части, сказать, отступая от немецких войск. У нас были такие случаи, бегущие? Конечно, у нас были такие случаи, но видите, в чем дело. Тут мы выходим на очень интересный вопрос о соотношении репрессий и добровольности при ведении войны. То есть репрессиями можно заставить незначительную часть солдат выполнять приказы. То есть если 99% солдат хочет воевать, 1% не хочет, вот его можно заставить воевать страхом расстрела. А если хотя бы 50% солдат не хотят воевать, то никакие репрессии к ним применить уже невозможно, потому что их слишком много. Если дивизия отступает, то остановить ее не может один заградительный отряд. В художественной литературе это неоднократно и блестяще описано. У того же Симонова «В живых и мертвых», когда идет поток отступающих там, под Барановичами в начале войны в Белоруссии, и на мосту стоит политрук в разорванной гимнастерке с пистолетом, который хватает время от времени то одного, то другого солдата за грудки, грозит пистолетом и кричит, что я здесь остановлю армию, и вы будете у меня сражаться. Он отпускает этого солдата, тот продолжает идти куда-то, хватает другого солдата и тоже кричит на него, и, так сказать, это отступление продолжается. То есть никакие заградительные отряды не способны остановить такое бегство, если оно приняло массовый характер в любой армии. Остановить такое бегство могут только свежие войска, выставленные на новых рубежах, которые пропускают через себя бегущих, останавливают противника, и в тылу уже эти бегущие от своего страха оправляются, переформировываются, так сказать, новые части из них создаются, и они выступают на фронт. Поэтому заградительные отряды, они сыграли, конечно, свою определенную роль, но эта роль была довольно скромной, и преувеличивать ее не нужно.